Вот мы у жирафа в гостях. Здесь он не один. Я, по крайней мере, вижу три. Три жирафика. Они ограждены таким небольшим ровчиком. Я так понимаю, что не видно такие животные, которые не полезут в этот ров. Немного плохо видно, но он есть. Есть этот ров. Просто кусты в нем растут, и кажется, как будто бы там нет никакого углубления. Вот он, красавчик. Я не знаю, это девочка или мальчик. Но такое красивое животное, как будто с другой планеты. Я так понимаю, это еще молодой жирафик. Вот еще. А, нет, лезут они в этот ров. Лезут. Вот. Вот он. Как раз находится в этом ровчике. А как же они тогда не убегают? Я все ближе и ближе. Очень-очень близко к нему сейчас нахожусь. He's moving his head and he's eating grass. That's the mama. And that's the daddy. Детки комментируют, говорят, это мама, а то папа. That's the mama, that's the grandpa. Try. That's the mama.